Всем здорово, Самерикон, привет. Короче, как стать самым крутым в школе, ебать? Ну, это такое, это сложно, ебать. Нужно самых младших классов, ебать, быть самым, ебать, крутым, чтобы до самого последнего класса и остаться ним. Им. Короче. Ну, еще есть шансы, если ты уже подрос, ебать, и тебя начинают чмерить, ебать. Ебать, ты лох, типа. Ты такой, так, нахуй, кладаешь кулак, подходишь, нахуй. Раз уебёшь кого-то, вот, самого крутого с класса выбираешь, и ебанёшь ему в дых, ебать, потом в морду. Всё, нахуй, тебя все боятся. Или начнут ржать. Кто ржёт, тому тоже ебало, нахуй, на, блядь. Всё улаживается, ебать. Я знаю ещё, как крутым стать. Короче, сидишь такой, поднимаешь руку. Поднимаешь руку на уроке, ебать. Поднял руку. Училка такая, чё такое, нахуй, пидорас, блядь, чё она? Давай, выходи к доске, а ты такой... Поднимаешь руку, потом, хуяк, нать, блядь, не хочу я к доске. И все такие, ха-ха-ха, ебать, ты крутой. Но это не точно. Можешь школы выгнать, потом, блядь, не будет идти крутым быть. Ха-ха-ха. Шутка не зашла, если не зашла, открой дверь. Ха-ха. Тоже не смешно. Короче, похуй. Смотрите. Третий вариант, как стать крутым в школе. Приходишь в школу, ебать, говоришь, вы чё, блядь, пидорас, на. Давайте я вам всем дам списать, я буду крутым. Если какие-то пиздюки будут доебываться, дать им, блядь, фофа наебали, бам, нахуй, улетел, блядь, малой, и все-таки, ебать, ты крутой. Ну, малые будут говорить, а старшие будут говорить, какого хуя ты к малым, блядь, полез ко мне, ты кулак склал, ебать, ебасосину дал. Все, ты самый крутой, самый, блядь, тебя все боятся. Но это не точно, может выгнать школу за это, потому что ты всех пиздишь, ебать, а это уже какой-то гопник, а не крутой. Так что, ну, учиться тоже надо. Хотя я это ни к чему здесь сказал, так что подпишись на канал, поставь лайки, всем пока. Смотри, как я сейчас выключу камеру и даже не буду касаться, вот две руки, ебать.